До финишной прямой популярного конкурса красоты, грации и таланта «Студент года» в этом году добрались исключительно представительницы прекрасной половины человечества, каждая из которых представляла один из четырех вузов Брещины. Уже четвертый год Белорусский республиканский союз молодежи в преддверии Дня студента в ноябре проводит конкурс «Студент года». Ну, во-первых, хочу сказать, что данное мероприятие в первую очередь направлено на раскрытие творческого потенциала студентов, да, студенческой молодежи, на проявление себя в коллективе, на развитие лидерских качеств. Хочу отметить, что уже во всех вузах области прошел конкурс в масштабе университетских на высоком уровне. Сейчас мы уже будем выбирать лучшего активного, такого инициативного студента Брестской области. Члены жюри, среди которых и победительница прошлого года Олеся Гапанович, на вопрос о критериях, по которым будут судить конкурсантов, отвечали: все необходимые для этого пункты уже отмечены в положении конкурса. Однако признали, что помимо строгого следования правилам и грамотности при выполнении заданий, главный студент года Брещины должен быть харизматичным и артистичным, способным найти выход из любой ситуации. Для меня очень важно, как конкурсант умеет держать себя на сцене. Конечно, если конкурсант волнуется, возможно, весь номер, даже если он подготовлен очень-очень хорошо, может, к сожалению, не показаться. Ну и положение. Хотелось бы, чтобы немножечко конкурсанты все-таки читали правила и, соответственно, готовились. Сами конкурсантки, казалось, совершенно не ощущали напряжения, которое обязательно присутствует на подобных мероприятиях. Серьезная конкуренция не пугала, а скорее подстегивала девушек и вдохновляла на творческие свершения. К тому же, в ситуации, когда до заветной цели остается несколько шагов, нервозности и несобранности точно не место. Я в любом случае получаю удовольствие, и пусть победит сильнейший, но в любом случае я приложу все усилия, которые я приготовила к этому конкурсу. Победительницей областного этапа конкурса в этом году стала будущий юрист Александра Малаканова, представлявшая Барановичский государственный университет. Уже в январе ей предстоит сразиться за звание лучшего студента страны. Время для подготовки еще есть, а значит, есть и шанс пополнить копилку студенческих достижений Брещины.